дорогие друзья, вы на канале у Натальи Соболев в Израиле. Сегодня мы едем в одно из первых поселений в стране Израиль, основанное в 1882 году на деньги барона Ротшильда и названное так в память о его отце Джеймсе. Перед вами поселение Зихрон-Яков. Здесь поселились евреи из Румынии и начали выращивать виноград и производить вино. Зихрон-Яков – родина израильского виноделия. Главные туристические объекты – это винный завод «Кармель-Мизрахи». Проводят экскурсии на винный завод, в погреба для дегустации вин. Недалеко отсюда находится парк Анадив, парк Ротшильда, сад Щедрого, посвященный памяти барона Ротшильда. Мы в нем были. Вы можете посмотреть эти видео и написать свой комментарий. Это главная арка, с которой начинается главная улица города – ворота Яши. Так звали отца барона Ротшильда. Еще одна достопримечательность этого города – музей Нили. Его экспозиция рассказывает о деятельности подпольной организации Нили во время Первой мировой войны. Организация собирала информацию о турецких войсках и передавала ее англичанам. Благодаря связям с англичанами, еврейское население, страна Израиль получала денежную помощь из Европы. Этот музей расположен в доме семьи Аронсон. Арон, Александр и Сара Аронсон руководили организацией Нили. Что интересно, здание было сохранено, и в нем сохранились вещи, книги и документы семьи. Здесь же можно увидеть подпольный склад принадлежащего организации оружия. Пешеходный променад в маленьком, но уютном городке. На главной улице города мы видим старые дома с черепичными крышами и хозяйственными дворами. Вдоль этой улицы отреставрированы старые дома, и сохранили они свой первоначальный вид. Здесь множество маленьких и уютных кафетерий, баров и ресторанчиков. Также здесь много маленьких сувенирных магазинчиков и галерей, где местные художники представляют и продают свои работы. Мы находимся в парке Ган-Тиюль. Сад экскурсий называется также парком Ротшильда. Сейчас здесь проходит праздник местных жителей. Праздник Бар-Мицва. Это день совершеннолетия для молодых людей, кому исполнилось 13 лет. Совершеннолетие для мальчиков в Израиле в 13 лет. Теперь они могут жениться, изучать Тору, придерживаться и отвечать законам Торы и принимать самостоятельные решения. У меня есть очень интересное видео «Бат-мицва». Я поставлю ссылочку под видео. Этот маленький и удивительно красивый городок называют еще «Маленьким Парижем». Благодаря постоянной денежной поддержке барона Ротшильда городок быстро разросся и стал богатым, элитным поселением, которое стали называть не иначе, как «Маленький Париж». И это справедливо, ведь город был детищем парижского барона, мечтавшего не только обеспечить поселенцев крышей над головой, но и внедрить в Палестину европейскую цивилизацию. Обязательно посетите этот городок. Хочется поблагодарить от имени участников всех организаторов и исполнителей этой занимательной и познавательной экскурсии. Большое вам спасибо! А я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи! Мне принято было строить синагоги по типу базилики. Это был европейский тип. И поэтому строительство этой синагоги, сам проект и то, как она выглядела уже после своего создания, вызвало нарекания главных раввинов Эрец Исраэль. Они очень раскритиковали это здание. И кроме того, под минорой, которую мы видим сейчас, было вот это отверстие, и в нем находилась Розетта. Розетта — христианский символ, который обычно помещают
на фасаде церкви. И это тем более вызвало нареканий, и раз это впоследствии заменили церковь. Вот они из синагоги, я так понимаю. Ну, короче, обычно это все сопровождается шествием, потом выход к Торе, виновник божество и какое-то угощение. А мы с вами сворачиваем направо, заходим на центральную улицу, улица Аминьяздин, то есть основателей. Я хочу пройти по этой улице и сходить на кладбище для того, чтобы рассказать там несколько историй. На этой улице перекусить, выпить кофе, погулять, заглянуть в магазинчики и без 23 вернуться на автобусную остановку.